Так, вот там магазин есть. Золотой, но снимать не разрешают. Я так издалека возьму. Не знаю почему, но они боятся. Тут, наверное, конкуренция идет, поэтому. Так что мы снаружи все снимаем. Ondan sonra kına faslı. Bazar. Bir Mayıs'ta kına oluyor. Yapalım nasıl gelmiş, konulmuş diye. Ben görmedim ya. Entelere girdin. Вот так вот курочка крутится здесь. Я попробовал, хоть неплохой. Так. Как видите, кругом люди, людей навалом. А центр здесь. Магазины. Все, что хочешь, все, что желаешь, все есть. Вот такие велосипеды здесь есть. Bakın burada bakayım mı? Вот серебро продают. Вот такие вот кольца. Ну, цен нету, видите, цены не ставят. А, цены не ставят для того, чтобы клиенты заходили вовнутрь, наверное, и спрашивали цены, а там они их уже зацепляют. Цепляют, вот золото. Вот такое вот. Телефоны. Так, поехали дальше. Продолжение следует. Идем дальше.
гуляем. Вот красивые девушки гуляют здесь. Так что все нормально. Ну, этого артиста, я думаю, что многие знают. Да, Ибрагим Татлысаз зовут его. Ребята, так вот гуляем мы. Я думаю, что не надоедаю. Думаю, то, что я вижу, хочу, чтобы видели люди. Так что поэтому вот камеру так резко не отключаю. Снимаем. Настроение хорошее. Будем двигаться дальше. Тут люди так смотрят на меня. А на русском базаре никто не понимает в основном. Так что все ништяк. Вам BMW, по-моему. Вон оно. Белая, 2013 год. Я, в общем, не могу, когда BMW вижу, устоять. Вот такой магазин золота, как вы видите.